Так, раз, два. Так, попробуем записать немножко моего субъективного мнения по кайту Paravis Smile 12 квадратных метров, который мы взяли в Кировск на тесты. Спасибо Алексею Круглову, что дал такую возможность. Итак, мое личное мнение. Значит, кайт очень хороший, устойчивый. Можно спокойно, смело рекомендовать для новичка, для того человека, который хочет быстро и с комфортом научиться делать прыжки. Дальше. Ну, как они говорят, что они также его проектируют и под гидрофойл. Это, я думаю, что мы опробуем уже в летний период на Азове. Но очень понравилась его стабильность. Просто невероятная. Как все, кто с нами катается, говорят: ой, он похож на Дуру Вастик. Это, конечно, бесподобное качество, как они сделали, потому что ты бросаешь, он висит. Смотрите. Планка свободная, кайт в воздухе, ничего. Даже если в какой-то момент ушко сдулось, тут же расправляется и снова стоит. Настолько комфортный. Прощает, ученикам давал попробовать, прощает многие ошибки кайтов. Когда они заезжают под кайт, стропы провисают, все, смайл. Просто, правда, хорошее название. С улыбочкой. Говорит: ну, сейчас я вам буду помогать. Смещается ближе к ветровому окну. Чуть ниже 12 часов. И давайте, пожалуйста, управляйте. Управляйте мой, поехали дальше кататься. Если человек загнал в край ветрового окна, положил. Вот, допустим, как сейчас. Вот он кайт падает. Сложился, что-то там с ним творится, он кувыркается, он смещается вниз ветрового окна, сейчас расправится, и, пожалуйста, друг кайтер, пользуйся мной дальше. Вот, пожалуйста. Все. Катаемся. Патрон понравился ветровой диапазон, в котором можно использовать, ну, примерно вот эту двенашку. То есть, если вы посмотрите наше предыдущее видео, то есть мы катались и на 12-м парафойле, и на 17-ке на дувастике Фэтлэйди. То есть 12-14. То есть, конечно, будет потом очень интересно попробовать 15 размер этого кайта. Потому что как подойдет, я так понимаю, и для больших райдеров, так и нам на слабые ветра, и плюс как замена большим кайтам. Как, ну, зимний и летний период. Дальше. Интересная расцветка. Мне понравилась. То есть я, конечно, выберу себе либо зеленый, либо оранжевый цвет. Желтый красивый, но не по моему вкусу. Что еще интересного можно сказать? Планка, как вы видите, здесь от Блейда. Легенькая, комфортная, используется. Подошла спокойно, без проблем. Итак, блейдовскую планку прицепили стандартно на дувастика. Прицепили, никаких регулировок не пришлось. Итак, прицепили блейдовскую планку. Никаких дополнительных настроек изменять не пришлось. Комфортно, очень удобно. Что еще понравилось? Я думаю, что в это видео я еще вставлю
отзывы как раз ребят, которые у нас попробовали Парависы. Девочки в восторге, катающиеся. Мальчики тем более. Начинающим ученикам, которые у нас вот 10-й раз и поехали с нами в Кировск. Александр, я тоже думаю, выскажет свое мнение. Поэтому вижу одни плюсы. Единственное, мы заметили одну особенность. Задний клапан Смайла идет с молнией. И два раза уже было, когда внутренняя постраховка все-таки цеплялась за, как он называется, ролик. Поэтому вот с молнией надо будет что-нибудь решать, чтобы не было таких оказий. Клапан держит хорошо, устойчив, поэтому остальное только в плюс. Поэтому спасибо за внимание.